Добрый вечер, друзья. Меня зовут Полина, и я очень рада приветствовать вас в клубе «Экономика заслуг», организованном в лаборатории социальных инноваций CloudWatcher. Мы собираемся здесь каждый четверг и обсуждаем, как устроить жизнь так, чтобы чем больше каждый делает для других, тем больше он получал для себя. А для того, чтобы эта максима экономики заслуг обретала какую-то плоть и реальность, мы собираемся здесь не просто так. Мы приглашаем самых интересных экспертов, теоретиков и практиков, чтобы они рассказывали о том, чем они занимаются, о каких социальных альтернативах могут нам поведать, кто что исследует или, может быть, притворяет в жизнь. И сегодня у нас совершенно замечательный и долгожданный гость. Это Евгений Шамис, генеральный директор компании Sherpa S Pro, как вы видите на ее презентации, и основатель, и координатор RuGenerations. RuGenerations, по-моему, объясняет, что Евгений делает во многом, а именно, это, если я не ошибаюсь, поправьте меня потом, первый специалист, который занимается теорией поколений в России. Ну, я попробую, и я очень рада видеть всех пришедших, я рада видеть тех, кто уже подходил и, оказывается, был на каких-то других мероприятиях, где мы рассказывали про поколения. Это очень приятно. Мы занимаемся такой темой, как развитие устойчивых глобально конкурентных кластеров, и работаем... Еще проводим стратегические сессии, работаем с командами, корпорациями и разными людьми, которые делают и бизнес, и общество, и регионы, города лучше. А сейчас уже непосредственно о теории поколений. И я попытаюсь очень быстро вначале объяснить, откуда она взялась, как она работает, а потом перейду к вопросу, как она влияет и формирует общественную жизнь, публичное пространство, и как она позволяет нам создать и запустить разным поколениям определенные инициативы. Итак, теория поколений впервые была описана в 1991 году двумя американцами, Нилом Хоувом и Уильямом Штраусом. Нил Хоув жив, с ним и его команда нашего проекта сотрудничает, и здесь сидит руководитель проекта Евгений Никонов. А Штраус уже, к сожалению, умер. Что исследовал Хоув? Он исследовал изначально экономические циклы развития США и даже еще североамериканского континента до возникновения государства. И он обнаружил, что есть 4 цикла экономического развития. Подъем экономический, стабильность процветания, экономический спад и кризис. Ну и дальше они повторяются, такая синусоида. Так вот, то, что обнаружил Хоув, что вне зависимости от века, вне зависимости от технологического прогресса, который, казалось бы, должен очень сильно различать разные века, поведение людей, экономическое поведение, покупательское поведение и их законы, которые они принимали, они повторялись. Повторялись на уровне слов, повторялись на уровне действий. И это выглядело очень странно. Но, казалось бы, 16 век и 19 должна быть разница, а уж тем более 20. Слова те же, методы те же, какие-то последствия аналогичны. Дальше к нему присоединился Штраус. Они стали просматривать историю уже с других, более социальных таких перспектив, и обнаружили то же самое. Поведение повторяется. Таким образом, они сначала обнаружили цикличность поколений. Вот у каждого из этих 4 поколений, которые соответствуют разным этапам экономического развития, проявляются свои определенные ценности. Причем ценности эти формируются в возрасте до 10-12 лет, то есть когда мы действуем неосознанно, когда у нас еще не работает мировоззрение, а мировоззрение формируется с 13 лет, то есть когда мы начинаем подвергать вопросам все правильно, неправильно, хорошо или плохо, так это должно быть или не так должно быть. До 10-12 лет этого не происходит. Все, что с нами происходит в этом возрасте, как дети, мы воспринимаем как нормальное. Соответственно, если для нас происходят какие-то стимулы в обществе, как себя вести, мы считаем, что эти стимулы правильные. Например, если мы растем в обществе, где экономическое процветание, мы осваиваем в это время, до 10-12 лет, технологии, как быть успешным в условиях экономического процветания. И мы их знаем, и дальше их используем. И эти технологии и ценности, которые формируются в это время, уходят на наш подсознательный уровень. Аналогично, если мы растем в условиях экономического спада или кризиса, у нас формируются ценности, как пережить этот спад или кризис. Например, быть более экономным, делать запасы продуктов, делать запасы не только продуктов, но каких-то вещей, которые могут закончиться. И опять же, эти ценности уходят у нас на уровень подсознания. Что происходит дальше? Мы взрослеем и в течение всей жизни продолжаем проявлять те же самые поколенческие ценности. То есть эти ценности не меняются с нашим возрастом. То есть нам 30, нам 40, нам 50, нам 60, нам 70. Эти же ценности продолжают работать. Яркий пример, вот я буду сегодня говорить про цикличность, это так, например, поколение молчаливое. В России это 23-43 года рождения, 1900, конечно. И это поколение, выросшее в условиях голода, там достаточно сложной политической ситуации в стране, у них сформировалась ценность вот этой запасливости, экономности. И она проявилась во множестве ситуаций, как бытовых, так и промышленных. Бытовые. Я думаю, многие из нас сталкивались с ситуацией, во-первых, ты видишь огромные запасы в холодильнике, и не только в холодильнике, но и в шкафчиках, консервов, всего, круп, продуктов. Этому поколению просто хорошо делать запасы. Оно себя чувствует правильно, устойчиво, знаете, так хорошо для себя, когда эти запасы есть. А вот история, с которой мы сталкивались, я думаю, многие из вас, это попытка выкинуть целлофановые пакеты, которые используются по несколько раз. Ты покупаешь дедушкам, бабушкам новые пакеты упаковкой, они продолжают стирать старые, а эти складывают аккуратненько и кучкой. На вопрос, зачем ты это делаешь, они говорят, ну вдруг пригодится. Вот так работают эти ценности. Я привела это на бытовом уровне. Ценность поколенческая сильнее нас. Мы не можем ее сами сформулировать, но она на нас работает. Что важно еще вот понимать про ценности поколений, что эти ценности касаются среднего класса. То есть не совсем всех, они не работают в деревнях дальних, удаленных Сибири, севера, но они касаются почти всех городах, малые, средние, крупные города, мегаполисы, и они характеризуют этих людей. Куда уходят какие поколения? Поколение молчаливое. Оно участвует, все массово, они ходят на выборы, они участвуют в политической жизни, но еще они активно участвуют в культурной жизни, активно участвуют в духовной жизни. Поколение бэйби-бумеры, оно уже вырастая, оно начинает участвовать в экономической жизни, им очень нравится, они очень активно себя там чувствуют, однозначно в политической. Посмотрите, какие позиции они занимают. Это именно представители этого поколения, они сейчас во власти государственной, они сейчас возглавляют или до сих пор возглавляют партии, и им не так много смены, вот, например, из последующих поколения, а смену они иногда видят даже в поколении миллениум. Поколение X, я уже сказала, что их сейчас становится все больше и больше на уровне региональной власти, городских властей, они активно идут в политику, и очень много людей, которые идут в культуру и развивают эту сферу общественной жизни, причем часто и альтернативную культуру, и часто культуру такую тонкую, очень разные виды. Поколение миллениум массово сейчас идет в такую политическую историю, и они готовы ей заниматься. И ситуация с миллениумами. Я не зря разместила здесь на картинке рупор недавно прошедшей конференции международной. Это поколение реально ведет себя, как используя рупоры. Они... Вот, я думаю, что все знают эту шутку, расскажи что-то, и сразу же это появляется и в Твиттере, и на Фейсбуке, и еще где-то. Причем ты не можешь контролировать процесс. Этот процесс не очень ясен всем остальным поколениям. Почему поколение миллениум настолько публично делится информацией, настолько публично ее показывает, и как оно себя ведет. Здесь возникает, наверное, последнее, что я хотела бы сказать до начала дискуссии. Еще одна история, что поколения хотят делать и за что они готовы играть. И я хочу остановиться только на одном поколении, поколении миллениум. Одна из их ценностей звучит так, что мы хотим сделать Россию, сделать мир лучше. И вот здесь возникает классический конфликт поколений. Все остальные скептически относятся, говорят, неправда. Такого не может быть, что эти ребята хотят, правда, это что-то сделать. Мало того, что хотят, уже делают. В это невозможно поверить. И невозможно поверить именно потому, что у тебя происходит конфликт поколенческих ценностей. То есть оно нарушает все твои понятия о том, что может происходить. Но это происходит. И эти ребята, на вопрос, когда ты им задаешь, а что вы хотите изменить в мире или сделать в мире, они не могут остановиться, потому что они хотят, у них есть очень конкретные проекты, в которых они участвуют. Начиная от того, что в возрасте старшей школы они начинают заниматься каким-то видом спорта, чтобы представлять Россию на международном уровне, и чтобы мы занимали там определенные места. Причем они начинают заниматься новыми видами спорта, в которых Россия не представлена. И это очень, знаете, как необычно. 14 лет, а тебе без того, что ты спрашиваешь, когда ты задаешь вопрос, зачем ты это делаешь, тебе молодой человек отвечает: я хочу, чтобы Россия была представлена в мировом спорте и достойно выглядела здесь. И таких случаев очень много. До того, чтобы вести конкретные программы по улучшению качества жизни в городах, чтобы в городах и в странах люди жили более дружно. Оно может звучать для кого-то наивно, но факт в том, что это поколение уже предпринимает все эти действия, и оно непонятно выглядит для остальных. Но они действуют не для того, чтобы порисоваться или что-то изменить, а потому что это на самом деле для них важно. Ресурсы вы знаете. Я думаю, что вот RuGenerations, WordPress.com, и есть ресурс на Фейсбуке, где тоже можно посмотреть больше информации, где можно подписаться. Почему такие даты? Во-первых, начало этих всех поколений с 900 года ровно. И, соответственно, ровное число лет в поколении. Вообще-то 20 лет – это не период человеческого поколения. Спасибо большое, Евгений. Сейчас отвечу. Начну по порядку. Почему даты такие ровные и примерно занимают 20 лет? Значит, мы не знаем точно по России границу 1900 года, мы здесь скорее ориентируемся по миру. А вот дальше, начиная примерно с молчаливого поколения, мы можем говорить, что эти поколения проявлялись такими ценностями. Как ты можешь отследить границу поколения? Единственный вариант, когда у тебя эти люди достигли, стали 17-18 лет и старше, то есть уже сформировано поколение, они приходят и начинают вдруг говорить о других вещах. Вот о них не говорилось раньше в обществе, а тут вдруг они начинают использовать другие слова, поднимать другие вопросы, проблемы, говорить о каких-то, знаете, феноменах, которые ранее были неясны. Мы столкнулись с тем, что не так много появляется, знаете, таких кардинальных изменений жизни, которые бы прям формировали новое поколение. То есть пока, вот нам нужно пожить в условиях интернета, когда он появился, и мы в нем живем. Пожить в условиях, когда появились антибиотики поколению, и оно в нем живет. То есть и на это уходит, ну, знаете, как на освоение примерно этот период. Плюс, минус, из него вы читаете 6 лет, переходные поколения, когда уже начинает формироваться следующее. То есть получается только лет 14 фактически вот и идет этот цикл, когда люди осваивают практики, характерные для этого времени. Да. Не смолчи. Это Евгений Никонов, руководитель проекта нашего. Я добавлю. На самом деле нету никакой... Вот мы пытаемся объяснить это. На самом деле мы не знаем, почему так происходит. То есть и Хоув со Штраусом тоже это не знают. И, на мой взгляд, вот большое достоинство теории поколения в том, что он не пытается это объяснить. Она фиксирует статистические изменения, мы видим, что это меняется. Но почему 20 лет? Да, на самом деле не 20 лет. Вот в работе Хоуфа и Штрауса, там, они делали с 1694 года работу, там есть 15, 16, 18. То есть 20 лет некий средний ориентир, да, это не константа. Ну, никакого там, 20 лет это не закон и не константа. Смотрите, вот ценности поколенческие возникают из-за нескольких вещей. Такие большие события в обществе, ну там условно полет в космос, 11 сентября, такое глобальное. Послание, сообщение от родителей, как нужно себя вести. Ну, например, сейчас там один из ключевых факторов успеха там, английский язык, да, и все массово отправляют детей на английский язык. Там, Ну, когда я был маленьким, мы учились шахматам, музыке, да, не было у нас английского языка, возможности такой не было. У наших родителей другие были опции, да, в любой момент времени есть некоторые установки, что тебе нужно для успеха. И поколение еще определяется вот условиями окружающей среды, вот откуда у молчаливого поколения взялась вот эта ценность, которая выразилась как шестидесятничество. Вот с одной стороны ситуация для детей была очень жесткой. У стен есть уши. У стен есть уши. С другой стороны маленький ребенок не может жить без приключений. Но ему где-то нужен живой мир, где он может экспериментировать, и они нашли его в книгах. Да, любимые книги этого поколения – это книги приключенческие. Там Айвенго, Феннимор Купер, Джек Лондон и так далее. А в книгах, которые они читали, герои черно-белые. Там нет серых героев. Да, то есть герои черно-белые, есть очень понятный враг и очень понятный там, друг хороший. И в книгах очень высокие этические ценности. Да, вот так и сформировалось. Да, с одной стороны молчаливые поколения, с другой стороны для них очень высока роль вот этих этических ценностей, которые они взяли из книг. И другое название этого поколения, если вам не нравится молчаливые, «Книжные дети». Да, вот то, о ком пел Высоцкий, вот песня Высоцкого «Книжные дети» — это как раз совершенно точно об этом поколении. Вот из того, что вы говорите, можно сделать... может быть, огульный, но вывод, что разные поколения не в состоянии, в общем-то, искренне оценить заслуги друг друга. То есть, нет, они могут признавать, что да, там, предыдущее поколение много важного сделало, но вот то, за что я могу сказать, там, да, вот это здорово, вот это важно, это все-таки то, что делают люди моего поколения, допустим. Когда ты оцениваешь, когда каждый из нас оценивает, мы поступаем уже не с точки зрения, вы знаете, даже подсознательных ценностей, а с точки зрения уже осознанного. Оценка даже подразумевает. Я оцениваю, я выношу суждение, я делаю вывод. И это уже связано с мировоззрением. Поэтому здесь мы делаем вывод не с поколенческой точки зрения чаще, а с точки зрения индивидуальной, персональной. Моя позиция, мне близок этот фильм или мне не близок этот фильм. Но то, что некоторые вещи у нас ёкнут, это будет вот когда свое поколение ты видишь даже в предыдущем воплощении. У меня несколько вопросов, но они связаны. Первый вопрос заключается в том, знаете ли вы, какая сейчас, считали вы демографию России относительно этих 4 групп? Второй вопрос, является ли демография России сейчас здоровой с точки зрения этой теории? Если нет, то... В чем сейчас заключается проблема, да, России? Может быть, не хватает какой-то из 4 групп? Спасибо большое за вопрос. Да, однозначно мы смотрели на демографию России. Я сейчас скажу про 3 поколения, которые есть на рынке труда. Они нас больше всего интересуют. Это поколение бэйби-бумеры, поколение X, поколение миллениум. Поколение бэйби-бумеры, мы соответствуем мировым тенденциям. Его много. После войны был так называемый бум рождаемости. Они именно поэтому и называются бэйби-бумеры, бум рождаемости. Их много. Они у нас сейчас массово начинают выходить на пенсию, и это именно с ними связана та история, насколько нам будет хватать дальше пенсионных выплат. Поколение молчаливого было меньше физически. Поколение X. Вот здесь у нас другая ситуация, чем, например, в мире. У нас очень много иксов, больше, чем в статистике целого ряда других стран. Это, вспомните, те знаменитые классы, которые первый класс, когда набирали до буквы «К». Вот, ребят, вы, наверное, не помните, а вот до буквы «К» у тебя вот количество этих классов просто огромнейшее было. И дальше мы попадаем в поколение миллениум с провалом рождаемости, начиная с самым сильным, это 90-й год уже пошло, и 91-й самый пик, когда были зафиксированы случаи так называемой нулевой рождаемости в Москве. Что такое нулевая рождаемость? Это значит, когда в Москве за день не родился ни один ребенок. Это очень плохо. То есть вот для мегаполиса такого масштаба это невозможная ситуация. То есть ты, у тебя, правда, не рождается достаточное количество детей. Мы смотрели, когда мы попадаем в наиболее тяжелую демографическую яму. Компании уже сейчас, естественно, стонут, что они попали в эту историю, что увеличилась конкуренция за миллениумов. Но самая тяжелая ситуация будет порядка 2017 года. То есть когда у нас как раз мы попадем в минимальное число этих людей на рынке, когда нужно будет заменять огромное количество рабочих мест, и вопрос будет, кем их заменять. Здесь, правда, есть другая интересная история. В целом ряде стран мира с миллениумами, количеством детей, рожденных в этот период, было все хорошо. То есть в это попали Россия, страны СНГ и страны, где, ну вот, страны Восточной Европы, то есть те, кто столкнулся вот с этим кризисом политическим, экономическим, переформированием и изменением. Но да, эта ситуация есть, ее надо будет решать, и, на наш взгляд, одним из вариантов решения это будет другая работа с бэйби-бумерами. То есть обратное их вовлечение, они станут привлекательным ресурсом, и их нужно будет забирать как раз на рабочие места. А как это возникнут роботы? Программы переобучения, совершенно другой, даже вот переквалификации и даже освоения новых профессий. Ура. Это вот большой совершенно вопрос, по нему можно отдельно долго много говорить. Это, правда, огромное участие будет требоваться от этого поколения в общественной жизни, и, кстати, они будут рады. То есть им это будет нравиться. А как же роботы и технологизация труда? Вот мне очень понравилось высказывание сейчас перед Давосом, выступал Шимон Перес, и он сказал замечательную фразу. Я предполагаю, ему 90 лет летом. Ну, то есть он у нас относится, ну, вот, пограничник между поколениями Джа и Молчаливая. Ну, то есть много дедушка видел. И он сказал вот фразу, которая заставила меня по-другому задуматься. Он сказал, вот мы все говорим, что появятся роботы, и нас освободят от всех рабочих дел. Но, скорее всего, они нас освободят от работы, но они добавят 3-4 часа каждый день, которые мы вынуждены будем посвящать учебе. А теперь представьте, как поменяется наш день, если мы каждый день уже и во взрослом возрасте будем 3-4 часа работать, а потом 3-4 часа учиться, потому что будет вот такой динамичный мир, столько много новой информации. Вот здесь мы скорее просто попадем в другие реалии. Электроник и вот тот классный мальчик, которого мы видели по приключениям электроника, это супер образ, но мы, мне кажется, даже не до конца понимаем, вот каким станет вот этот мир и будет ли... Помните, во-первых, мальчику стало нормальному в Сыроежкину-то скучно, когда он не ходил в школу, и друзей хочется иметь. А во-вторых, вот правда, какие новые задачи, функции лягут на человечество? У меня вопрос такой, как я понял, теория поколений связана с теориями как бы экономических циклов. Угу. Вот вы как специалист в этой области, что можете сказать? Это либо законы развития поколений так влияют на экономику, либо так экономика как бы за собой тащит такие вот поколенческие вещи? Или есть ли там причинно-следственная связь? Первый, помните, вот то, что мы сказали, что, наверное, я ценю, и как раз, ну, здесь вопрос такой, некий курица, яйцо, яйцо, курица. Я ценю то, что мы это можем отследить, и мы договорились у себя в команде, что мы не всегда все пытаемся объяснять, потому что иначе, умрешь, б, у тебя не появится ответов. Но я знаю для себя одну вещь. Когда мы начали только заниматься подходом, 2005 год, жирные года для России, и мы начинаем говорить: коллеги, у нас тут зима, нужно готовиться к кризису. Сама на себя смотришь, очень странно, у тебя ничего не предвещает. Все на тебя смотрят точно так же, говорят: слушай, какой кризис, посмотри, что происходит. Вот я бы сказала, о чем я задумалась потом, когда уже вот все эти события произошли, как сделать, чтобы мои внуки-правнуки знали этот подход и умели его применять. Потому что есть вещи, которые, просто сильнее нас. И тебе нужно к ним быть готовым. И вот то, к чему нужно быть готовым сейчас, когда закончится зима, это нужно быть готовым с командами, которые смогут занять новые поля и посеять новые всходы. Сейчас перед нами будет самое трудное время, потому что обычно в природе февральские морозы, вот самое сложное время зимы у нас перед нами, оно где-то впереди. 18-й, 20-й, вот так вот мы ожидаем. Для меня точнее называть вот эти циклы не экономическими в теории поколения, а так средней температурой по больнице, условно, некой атмосферой. Да, через цикл легче объяснить, но на самом деле это просто некая атмосфера, характеристика окружающей среды. Она, безусловно, разная, но в ней есть некоторые общие вектора. С экономическими циклами эта атмосфера не очень впрямую связана. Я работаю много с финансовым университетом, там десятки известно разных циклов, я бы не соединял, это разные модели. Спасибо большое. Очень отрадно, что у нас наступают февральские морозы, за которыми будет весна. И это не только в плане поколений, но и в плане нашего климата. Пока я хотела бы сказать огромное спасибо Евгений и всем вам, представителям разных поколений, которые приняли сегодня участие в нашем мероприятии. Можем поаплодировать друг другу.